О перспективах членства Украины в НАТО и в ожиданиях по поводу предстоящего уже на следующей неделе саммита Альянса, юбилейного саммита Альянса в Вашингтоне. Говорим далее. С нами на связи Александр Мережко, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. С нами на связи. Александр, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо за приглашение. Всегда вам рады. Александр, ну а скажите вот, как вот эта история под названием «Мост», да, для НАТО будет работать? Да, каким образом он вот наконец-то вот эти две точки сможет свести воедино? Ну, во-первых, судя по заявлению представителя Государственного департамента, он заявил о том, что будут предложены конкретные пути, я цитирую его заявление, вступления Украины в НАТО. То есть, когда речь идет о конкретных путях, а не только о какой-то метафоре, метафора двери или метафора моста, это уже, в общем-то, дает надежду, что будут предприняты конкретные шаги. Дело в том, что этот саммит будет иметь очень большое значение, может быть, даже историческое значение. И два главных вопроса, которые будут обсуждаться, это, во-первых, необходимость остановить российскую агрессию и оказать необходимую помощь Украине. А второй вопрос — это ситуация в Индийско-Тихоокеанском регионе. И очень интересно обратить внимание на то, что кроме представителей 32 государств-членов НАТО приглашены еще 35 министров иностранных дел тех государств, которые не являются членами НАТО, но являются партнерами НАТО. И, кроме того, будут приглашены также представители стран Индийско-Тихоокеанского региона. То есть это будет очень масштабный саммит. Ну, а если говорить о вот этой встрече, так понимаю, она была подготовительная, да? То есть обсуждали какие-то моменты, которые могут обсуждаться в том числе и в рамках саммита. Что для нас было ключевым? Ну, для нас ключевым будут три вопроса, которые будут обсуждаться. Первый вопрос — это как НАТО может помочь Украине защитить себя. То есть речь пойдет о систематической и масштабной военно-технической помощи со стороны государств-членов НАТО. Второй вопрос, который будет обсуждаться, связан с необходимостью выработать стратегию сдерживания России в будущем, для того, чтобы не произошло опять попыток со стороны России введения агрессивной войны против государств-членов НАТО. Вот это основные вопросы, которые будут обсуждаться. А скажите, Александр, если мы говорим, знаете, о том, что нужно сделать для того, чтобы упредить на будущее, да, подобные акты агрессии со стороны Российской Федерации, а вам уже видится вот эта концепция, которая позволит этого достичь? Ну, понятное дело, речь идет, во-первых, о помощи Украине, да, о не только финансовой, но и, в частности, и военной, усиление ПВО, это мы все понимаем в целом, да, но как сделать так, чтобы подобные акты агрессии, если не... Ну, скажем так, ликвидировать на 100%, но минимизировать по максимуму. Ну, что является одной из причин агрессивного поведения таких государств, вот как Россия и других потенциальных агрессоров? То есть слабость, проявление слабости. Поэтому очень важно вести политику с позиции силы. То есть то, о чем в свое время говорил Рейган. Мир с помощью силы, peace through force, как он это называл. А для этого необходимо в том числе ликвидировать так называемые gray areas, то есть серые зоны. Да, то есть это те государства, которые находятся между вот каким-то агрессивным образованием типа России и, например, НАТО. То есть в данном случае очень важно, чтобы Украина как можно скорее присоединилась к НАТО, и это минимизирует возможности агрессивного поведения России. Но, кроме того, есть еще вопрос более глобального характера. Речь идет о том, что ООН, то есть система глобальной безопасности, она не сработала. Она показала, она по сути обанкротилась, потому что ООН, Совет Безопасности, оказался не в состоянии защитить Украину и предотвратить агрессию. То есть необходимы соответствующие изменения на уровне глобальной системы безопасности, включая реформу Организации Объединенных Наций. Александр, опять же, если мы говорим о предстоящем саммите НАТО, то я так понимаю, что участие Украины там тоже предусматривается и, возможно, даже будет интересен странам-членам Альянса опыт украинских военных, реальный боевой опыт, особенно в контексте угроз, которые страны Восточной Европы, особенно которые входят в НАТО, слышат со стороны Москвы.
Да, безусловно, Украина на сегодня обладает уникальным опытом. Ну, Россия представляла себя в качестве, знаете, второго государства, ну, в плане, так сказать, вооруженных сил, силы и мощности вооруженных сил. Оказалось, что Украина успешно защищает себя, и, по сути, Россия терпит поражение. То есть Россия не смогла реализовать свои стратегические цели и задачи. И в ходе полномасштабной войны Украина показала, что обладает современными, мощными, мотивированными вооруженными силами. То есть вот это уникальный опыт, который обязательно будет использован государствами-членами НАТО. То есть Украина на сегодня является, ну, одной из мощнейших в военном отношении государств. То есть Украина представляет собой гарантию европейской и мировой безопасности благодаря вот таким вооруженным силам, которые у нас сейчас есть. Александр, расскажите, вот во время пути, да, до того, как Украина, мы все на это надеемся, станет полноправным членом Североатлантического альянса, как нам работать в плане, знаете, усиления украинской безопасности, да, безопасности нашего государства, в плане вот этих отдельных договоренностей с государствами, да, по поводу вот этих, ну, гарантий, да, или поддержки, да, Украины вот в этом вопросе. Да, можем ли мы на перспективу говорить о подобных соглашениях, которые имеются, ну, в частности, там, между Соединенными Штатами Америки или там Израилем? Или говорить о концепции, которая была использована в свое время перед вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, да, со стороны Соединенных Штатов Америки? До того времени, если что, я грубо скажу, мы за вас впишемся. Да, вот пожалуйста, ваш комментарий. Ну, мы все прекрасно понимаем, что единственная надежная гарантия безопасности Украины является полноправное членство в НАТО. То есть это наша основная цель. Но пока этого не произошло, нам необходимы определенные гарантии безопасности. И вот на сегодняшний день уже есть около 20 таких соглашений, международных соглашений, которые касаются вопросов безопасности, в том числе со стороны Соединенных Штатов. Это очень важно и необходимо, чтобы, ну, вот есть 20, да, таких соглашений, а государств-членов НАТО 32. То есть необходимо иметь как можно больше таких соглашений, по крайней мере, с подавляющим большинством государств-членов НАТО и членов Европейского Союза. Но, кроме того, мы можем рассчитывать на такие соглашения со стороны таких государств, которые не принадлежат к Североатлантическому региону, но, тем не менее, являются очень важными для поддержания мировой безопасности. Речь идет о Японии, о Южной Корее. То есть вот это очень важный момент, поскольку это укрепляет нашу обороноспособность. Каждое такое соглашение о безопасности, оно придает уверенность, и оно действительно усиливает нашу обороноспособность и способность противостоять российской агрессии. А вообще, если говорить, опять же, о предстоящем этом саммите НАТО, будет ли он, скажем так, особенным, особенно в том контексте, мы видим, насколько сейчас, да, в НАТО пересматривают вопросы к безопасности, насколько страны сейчас пересматривают финансирование своего оборонного сектора, новые базы открываются. Вот насколько сейчас вообще меняется вот эта система безопасности, подходы к ней? Ну, я бы тоже обратил внимание на то, что мы находимся в ожидании результатов выборов президента в Соединенных Штатах, да, и существуют различные, как бы, версии насчет того, какой может быть политика Белого дома, если произойдет смена президента. Да. Это, конечно, вопрос, который волнует и государства, члены НАТО, и на всякий случай необходимо быть к этому готовым. Поэтому НАТО необходимо, чтобы НАТО имело свою программу, свою стратегию, связанную с тем, чтобы продолжать, потому что на сегодняшний день история НАТО — это история успеха. Это действительно самое, ну, мощное образование, оборонный альянс, который позволил сохранить мир. И речь идет о государствах, членов НАТО. То есть необходимо, чтобы это продолжалось. И поэтому, конечно, в этом плане этот саммит будет иметь очень большое значение с точки зрения выработки стратегии на будущее, независимо от того, какие будут внутриполитические изменения в государствах, членах НАТО. Да, вот, Александр, давайте далее поговорим. Знаете, вот были вопросы, до сих пор они возникают, обсуждаются, а как же ж возможно там Запад, да, и наши партнеры видеть победу Украины? Вот свое видение вот этого
процесс этой истории, да, описал госсекретарь Соединенных Штатов Америки. Ну и по словам Энтони Блинкена, получается, что значительным успехом для Киева станет интегрированная с Западом страна, которая будет сильной в военном, экономическом и демократическом планах. Так Блинкен прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина и Запад могут иметь или имеют разное понимание победы. По словам госсекретаря США, сейчас Киев должен в первую очередь сосредоточиться на способности сдерживать противника и защищаться от агрессии долгое время. Давайте услышим эту позицию и продолжим беседу. Президент Байден проложил путь к тому, чтобы более 30 стран согласились вести переговоры с Украиной о двусторонних соглашениях по безопасности в течение 10 лет. Эти соглашения дают сигнал Путину, что он не может просто переждать действия Украины и всех ее партнеров. В то же время Украина развивает собственную оборонно-промышленную базу. Кроме того, мы стремимся привлечь в Украину инвестиции частного сектора, чтобы ее экономика могла расти и преуспевать. При правильном инвестирование она имеет огромный потенциал. Конечно, для реализации как военного, так и экономического потенциала необходимо обеспечить противовоздушную оборону для защиты территорий. Думаю, вы увидите больше новостей об этом в ближайшие недели. Александр, ну как вам позиция Энтони Блинкена? Ну, я разделяю эту позицию. Действительно, дело в том, что понятие успех или формула успеха Украины имеет несколько различных аспектов. То есть для нас сейчас главная задача в том, чтобы выжить и восстановить территориальную целостность своего государства. То есть вот это главное, то, что лежит в основе успеха. Но кроме того, необходимо иметь в виду, что кроме вот необходимости защиты от внешней агрессии, важно также и провести соответствующие внутренние реформы для того, чтобы Украина как можно скорее присоединилась к Европейскому Союзу. Вот это два аспекта, внутренний и внешний аспект успеха. И нам приходится в довольно сложных условиях совершать, вот, реализовывать эти реформы. И внутренние, так сказать, и внешнего характера. Поэтому это очень сложный процесс в условиях войны. Но, тем не менее, Украина, в общем, имеет определенные успехи и довольно уверенно движется по пути адаптации своего законодательства к праву ЕС, по пути внутренних реформ, в том числе по пути борьбы с коррупцией. И, в общем-то, я думаю, что таких успехов будет все больше и больше. Просто необходимо, знаете, проявлять последовательность в этой политике, и мы можем рассчитывать на помощь наших союзников и наших друзей. А расширение военной помощи, какие-то новые пакеты, опять же, мы можем ждать вот в рамках этой дискуссии уже о дороге, о вступлении в будущем Украины в Североатлантический альянс? Ну, буквально на днях было заявлено о том, что на 2025 год ожидается помощь, военная помощь в размере 40 миллиардов долларов. То есть это очень солидный пакет помощи. И этот факт говорит о том, что нас продолжают поддерживать, причем на том уровне, на котором поддерживали и ранее. А Соединенные Штаты буквально вот недавно тоже оказали очередной пакет, предоставили очередной пакет военно-технической помощи. То есть в этом плане мы можем чувствовать себя достаточно уверенно. Александр, я бы, знаете, дополнил как бы позиции моей прекрасной коллеги Екатерины, да, что вот если мы говорим о расширении перечня военной помощи, а я бы скорее еще сюда бы еще добавил и ваше, да, мнение, попросил бы высказать в нашем эфире, наверное, стоит работать не только о расширении перечня помощи, но и расширении разрешений по поводу применения этой самой помощи. Что вы тут скажете? Безусловно, это очень важный вопрос, и мы его постоянно поднимаем перед нашими партнерами, и вы видите, есть определенные успехи. Дело в том, что, ну, скажем так, вот некоторые политики на Западе они проявляют чрезмерную осторожность или своего рода боязнь, они называют это эскалацией. Да? На самом деле надо понимать очень простую вещь, что для того, чтобы выиграть войну, необходимо вести войну на территории государства-агрессора, на территории противника. Потому что речь идет о разрушении, например, военной логистики. Вот война, которая ведется сейчас, ее называют «war of attrition», война на истощение. Это война ресурсов, война логистик. Поэтому для того, чтобы победить, необходимо бороться и с военной логистикой агрессора. А для этого необходимо иметь, во-первых, оружие, ракеты с дальним радиусом действия
И, во-вторых, никаких препятствий, то есть разрушения на разрешения на использование этого оружия для уничтожения такой вот военной логистики противника. Поэтому я вижу, что есть определенные позитивные, так сказать, подвижки в этом направлении. Но, конечно, нам необходимо получить разрешение использовать западное оружие так, как мы считаем это необходимым, то есть как это диктуется военной необходимостью. Ну как, Александр, напоследок уже, да, не так много времени. Думаете, будут этот перечень расширений, скажем так, увеличивать и добавлять новые какие-то объекты в случае, знаете, ну, скажем так, дальнейшей возможной эскалации со стороны России? Я надеюсь, что это произойдет как можно скорее, потому что это неизбежно. Это неизбежно. Мы видим уже результаты, когда речь идет о там, нефти, например, да, то наши военные операции, они существенным образом подорвали военные возможности российской военной машины. Да, то есть уже результат. Об этом была интересная статья, кстати, в журнале Foreign Affairs. То есть уже на практике мы показали, что это очень важно. Для нас очень важно для того, чтобы победить в этой войне. Спасибо вам большое за разговор, за то, что присоединились к нашему эфиру. Всегда вам рады. Александр Мережко, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, был с нами на связи. В телеграм-канале Freedom только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.